Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня хотим вам рассказать отличную новость. С 20 июня на НТВ стартует премьера нового сериала «Под защитой». Главные роли в сериале исполнили Игорь Филиппов, Павел Вишняков, Эдуард Флеров, Кира Кауфман, Андрей Полищук и другие. В новом сериале мы увидим, как оперативник по борьбе с организованной преступностью капитан Станислав Дмитриев участвует в сложной операции Главного управления УГРО МВД по ликвидации наркотрафика в столице и работает под прикрытием в банде криминального авторитета Грачева. Легенда Стаса, с которой он внедрился в банду, стопроцентно надежная и позволяет ему входить в ближний круг грачевских людей. Его работа уже близится к завершению. Грачев и его банда готовятся продать крупную партию наркотиков. И оперативники хотят их взять с поличным. Дмитриев с группой преступников сопровождают своего криминального босса на сделку, где его уже ждут сотрудники полиции. Но все идет не по плану. Премьера нового сериала стартует с 20 июня на НТВ. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!